Горьковатого Жанна, факультет русской филологии. Сейчас будет сначала авторский стих мой, с вашего позволения, а потом второй прочту. В грязной, пустой подворот, где затхлость трупов крыс, я видел дитё Господне, и пьяный был он вдрызг. Захлебался собственной блевотой и, отхаркивая кровь из благих уст, он восхищался ночью и погодой, читая Мандельштама наизусть. Зачем летел мир? Там ведь все давно поблажено. Никого не волнует его грех, все лишь жадностью ждут свою зарплату. В грязной, пустой подворот, где затхлость трупов крыс, я видел ангела Господня, который на асфальте чудит.